Вот в качестве иллюстрации работы вот этого прибора. Это не мое изобретение, это изобретение людей, которые маленько поумнее, чем московские жиды. Блять. Так, ладно, потом комментарии. Вот нашел статор от пилы, по-моему, прибалтийской. Мегаомметр 1000-вольтовый, он 1000 вольт дает. Кручу. Наверное, надо держать. Ну, короче, он показывает бесконечность. Теперь подаем на корпус сюда и на провод. На обмотку. 1000 вольт. Вот видите, хорошо видно, что вот тут пробивает. Не тут, не там, не снизу, не с той стороны. Точно так же. Если взять, где-то попал провод мелкий, если тонкий, если вам уже много годов, не всегда видно, что провод попадет. Мегаомметром он еще и может и не показать, потому что там своя изоляция. А когда начнет, соберете, все будет работать. А потом через неделю или вообще на следующий день может вылезти, или через месяц. А эта штука покажет вам. В этом месте вы лоханулись. Тут надо исправлять, если вы хотите намотать. Не по-жидовски, блядь, а нормально. Еще раз. Что ты? Ну, это еще техника. А, вот, навела, слава богу. Не всегда на фотоаппарате видно на видео. Видимо, развертка все-таки или еще что-то. Искра короткая, не попадает. Но звук слышно. Канадские сразу въехали, что это лучше, чем трофейный мегаомметр. А до некоторых московских из синагожки вместо головы жопа с торой.